Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, рад вас видеть. Всегда приятно читать в Петербурге лекции. Очень хорошая публика. Вот, кинув вам леща, начну. Так, третья глава Бхагавадгиты, текст четвертый. На карманам анарамбхан. Наишкармьям пурушошнуте, нача саньяса саньясана дева, нача саньясана дева, сидхим самадхи гачхати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, ибо отречение от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять саньясу, последний из четырех укладов духовной жизни, он не сможет достичь совершенства. Философы мои имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать саньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется с Нарайной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет саньясу, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь к трансцендентному служению Господу, Будхи-йоги, Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Свапам апья сядарамася трете махатова баят. Даже небольшое продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности. На карманам анарамбхан, на ишкарбьям пурушошнуте, на ча саньясана дейва сидхим самадхи гачхати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, ибо отречение от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Глава называется «Карма-йога», то есть йога деятельности. И неудивительно, что Кришна здесь именно об этом говорит. Просто откажешься от деятельности – это не путь к совершенству, отказ от деятельности. И попробуем сегодня поговорить это применительно к нам, нашей духовной жизни. Это вещь, которую я заметил, ну, я давно ее заметил, просто в этот раз, находясь в Индии, как-то она стала предметом размышлений. Это религиозность индусов. Любой, кто был в Индии, знает, что там на каждом повороте храм какой-то стоит. Если он вот даже вот такой размер, не знаю, футбольный мячик, но он храм, то есть там лампочка горит, кто-то смотрит оттуда. Иногда приходишь в храм, тебе говорят, пойдем покажем настоящие божества. Раз фонариком, там кто-то сидит в темноте. И ты думаешь, а что он там все время сидит в темноте? Приходит с фонариком, с пятитнем в лицо. Знаете, как вот раньше в этих фильмах про КГБ. Где вы были? Лампочка эта к тебе в лицо. Где вы были в прошлом среду? Где-то на Варшане мы были в этот раз. Там куда-то в пещеру нас затащили, зажгли там несколько пар глаз такие, ну, вот индийские вот эти вот глаза божеств. Даже страшно, испугался даже, что как-то, кто там такой.
Везде что-то есть. Это Индия, она очень религиозная. Если вы ездили на переднем сиденье такси, вы замечали это. Они частенько, эти таксисты, ездят, как по-своему крестятся что-то там. Как иногда это вот на этих игроков в бейсбол похоже. У них какие-то свои обряды, там за что-то дергают. Ну, в общем, выражают почтение. В этот раз, когда мы ехали из Калькутты в Майяпур, наш таксист начал выражать почтение, проезжая мимо магазина Сузуки. Видать, он хотел новый автомобиль Сузуки, у него был старый амбассадор. В Калькутте трудно нормальную машину найти на вокзале. Почему-то, не знаю. Там только те амбассадоры, которые давно уже не выпускаются, это как наши пирожки москвичи. В общем, ужасная вещь. И вот он, видать, ну, как-то вот хотел, выражал почтение. Это религиозность. Им абсолютно все равно, кому выражать почтение, лишь бы Сузуки было. Я помню, первые разы, когда я приезжал в Индию, меня это впечатляло. Я думал, ничего себе, здорово, смотри-ка, духовные люди. Но чем чаще туда приезжал, тем больше я понимал, что они еще те мошенники, еще те негодяи. Если возьмете сейчас статистику, Индия – это страна, где совершается больше всего изнасилований в мире. Это по поводу женщин, кстати. Будьте аккуратны. Индия – это не какая-то там Шахерезада. Ну, Шахерезада, но только, знаете, вы можете быть как-то не на той стороне в этой сказке. Это может быть страшная сказка. Там тоже есть «Тысяча одной ночи» страшные сказки. Вот, можно там оказаться. То есть при всей этой религиозности, тем не менее, сердца оскверняются у людей. Это очень интересный мотив. Я начал думать о том, что религиозность не всегда равно духовное развитие. Религиозность не всегда соответствует духовному уровню человека, или, скажем, уровень религиозности, уровень его следования какой-то конфессии определенной, насколько он внешне себя с ней отождествил, насколько он внешне как-то вот подходит для нее. Там это очень очевидно, там это ярко видно. Очень много негодяев. Много бардака и очень огромная религиозность глубочайшая. Очень интересный момент. И у меня такая привычка, я начинаю к себе какие-то вещи применять, насколько религиозность проникает в мою жизнь. Насколько, скажем так, она заменяет духовное развитие в моей жизни. Насколько для меня ритуалы важнее удовлетворения Бога. Обычно мы как думаем, вот ритуал правильно сделал, Бог доволен должен быть. Это называется религиозность. Когда Бог ставится в, как сказать, в зависимость от меня. Мы так и говорим, если мантру будешь правильно повторять, все будет хорошо. Будет милость и так далее. Это называется религиозность. А вот не работает, значит мантру неправильно повторял. Денег не пришло, значит мантру неправильно повторял. Надо правильно повторять, очень внимательно. И поэтому встречаешь людей, которые вот с таким лицом повторяют мантру внимательно. Вместо того, чтобы последовать наставлению Прабхупады, ты повторяешь мантру, чтобы Кришна был доволен. Чтобы Кришна был доволен, не нужно такое лицо делать. Это лицо мы делаем, потому что у меня ритуал. Я жму на кнопку. Почему не сыпется? Где же это? Почему? И потом я разочаровываюсь и ухожу. Наверняка вот если вы, не 10, не 15, 5 лет, если вы находитесь в движении, очень много людей вот так вот проходит. На кнопку жмет. И рядом с ним люди, которые говорят, да, жми. Должно работать, жми. Вот же. Это то, о чем говорил Кришна Арджуне, когда цветистый язык вет перестанет волновать тебя. Когда ты поймешь, что Бог – это не кнопка, это цветистый язык вет. Будешь поститься, на ура дал, какой там, первый или второй месяц Чатурмаси, у тебя будет голос, как у Гандарова. Да, есть такие наставления в шастрах. Может быть, будет. Там не написано, что в этой жизни. Это проблема. Или будешь следовать Экадыши и... В шастрах же там написано, если человек постится на этот Экадыши, то благочестие, которое он обретает, несравнимо по размерам даже с горой Меру. Почитайте в Бхагавате, что такое гора Меру. Такая большая штука, такая вселенская гора.
Какая кнопка? Кнопище практически. Поэтому сейчас даже материалисты пропагандируют икадыши. Такие вот, около мистические материалисты. Я все время, то есть, поскольку я консультирую людей там, по астрологии и так далее, все время мне. Люди уже знают, что такое икадыши. Причем им говорят люди совершенно не наши. Икадыши — мощная штука. Надо вот как-то. Мы донесли славу икадыши, что эта кнопка хорошая, мощная, работает. Скоро будем славу божеств доносить. У всех будут божества Радхи и Кришны. Хорошие, еще если и Кадыши, и Радха, и Кришна дома, то вообще. Сейчас Туласи потихонечку раскручивают, что Туласи благоприятно носить очень. И люди покупают, это такая модная штучка может стать. Можем обогатиться, продавая Туласи. Имейте в виду. Но таков принцип религиозности. Прабхупада в одном месте пишет, что в Кали-югу дхарма, ее целью является артха. И если человек, смотрите, в этом случае, то есть артха – это экономическое процветание. Если я следую какой-то дхарме ради экономического процветания, я не буду следовать этой дхарме вечно. Даже хотя бы какой-то долгий промежуток времени. Почему? Потому что если артха придет, зачем мне дхарма? Правильно? Все, цель-то получена. Если артха не придет, тем более зачем мне эта дхарма? Неправильная дхарма. Как это выражается у нас? Нас спрашивают, а что тебе это дало? Да? Задают вам этот вопрос? Ну вот ты повторяешь мантру, что тебе это дало? Меня этот вопрос всегда ставил в тупик. Ничего не дает вообще. Ничего. Наоборот, есть много вещей, которые я могу перечислить как потерянные для себя из-за того, что я повторял мантру. Школу бросил, никому не советую, но вот это вот мое 90-е, так сказать, призыв. Но благо потом институт закончил все-таки, то есть, ну, это для тех, кто огорчился, что я школу бросил. Мой отец очень расстроился из-за этого. Потом он узнал, что я женился, институт закончил, как-то ему полегчало. Он умер спокойным. Но таков принцип. Что это мне даст? Это наше настроение. Есть такая интересная история про одного мулу. Этот мула тонул. Недавно ее в четверг рассказывал на лекции. Мула тонул, и вся деревня собралась. Ну, мула все-таки важный человек, отпевает, там, крестит. Ну, важный человек, нужный. Спасать надо. Ну и вообще, ну, человек-то тонет, хоть и мула. И все кричат: давай руку, мула, давай, вытянем, вытащим тебя, давай руку. Мула только кричит: спасите, спасите, спасите. Мимо шел на средин, как обычно. Это прохожу на середину история. Я говорю: что вы делаете? Кто ж так мулу спасает? Мула, бери руку. И мула тут же за нее схватился. И Средин сказал: мула никогда никому ничего не дает. Он только берет. Кто ж так спасает мулу? И вот так пришел Шрила Прабхупада. Дает нам. Мы становимся религиозными людьми, то есть мы живем в том же режиме, брать. Мы пробовали брать с точки зрения материального какого-то, материального мира, что называется, потерпели неудачу. Это два самых распространенных мотива, по которым люди начинают вести религиозную жизнь, не духовную, религиозную. Страх, выгода. Страх и выгода. Страх, вот не дай Бог в ад попаду. Не дай Бог. В Индии вы были? Если в Индии вы, если в дом кому-нибудь заходили, то у него на алтаре обычно очень интересная ситуация. Там стоят все. Шива, Ганеша, Радха Кришна, там Хануман, абсолютно все. Дурга на всякий случай. Почему? Вдруг этот не поможет. А я этому не молился. Я на всякий случай всем. От кого-нибудь прилетит. Это подход религиозный. Примерно тоже можно видеть в храме, когда вы заходите, там вот за коленами туда, за детьми туда, за поясницей сюда, и так далее, так далее, так далее. Это религиозная жизнь. То есть, когда мы начинаем вести религиозную жизнь, то все равно вот страх, выгода. Это два мотива, по которым люди живут в материальном мире. Страх и выгода.
Других причин нет жить в материальном мире. Нет причин работать, кроме страха и выгоды. Кто-то работает из страха, лишь бы не уволили. Таких много. Если вы помните 90-е годы, огромное количество людей работало, не получая зарплату. Из страха. А что мне? А ну хоть работа есть. Хоть машу. Ну хоть что-то есть. Ну когда-нибудь заплатят, наверное, же все-таки. Не платили. Я помню, рожками, гвоздями платили. Люди с гвоздями, этот натуральный обмен был. Кто помнит эти времена веселые такие? Вот. Натуральный обмен реально был. Гвозди на что-то менялось. Там. Сейчас в Индии, кстати, возрождается натуральный обмен. Там у них коллапс этот денежный. Отменили две самые распространенные банкноты 500 и 1000 рупий. Все, экономика, коллапс. Начинается натуральный, в деревнях снова натуральный обмен. Меняют пшеницу на рис, там вот, на трактора меняют и так далее. То есть как-то люди выкручиваться пытаются. Понимают, что денег не будет долго еще. То есть они решили сделать за два месяца провести денежную реформу. 86% всех денег, всех сбережений индусов держатся в этих двух банкнотах 500 и 1000 рупий. А в Индии 1 200 000 000. И когда отменили эти деньги, сказали, до конца декабря должны обменять 1 200 000 000 человек. Если вы были в Индии, поищите там банкомат работающий. Ладно, отделение банка найдите. Вот этот 1 200 000 000, они все стали в очередь и так далее. Коллапс полный. То, что у нас было там в 90-х, это на самом деле цветочки. Тут гораздо еще резче прям. Ну ладно. Итак, это два мотива, по которым действует материалист. Страх, выгода. Если действует тамос, он действует из страха. Так люди дружатся, заводят семьи, работают и так далее, из страха. Это влияние тамоса. Если влияет страсть, выгода, ну, как правило, смешанное все. Поэтому немножко того, немножко всего. С этим выгода, этого боюсь, ну, на всякий случай. Как-то так вот. Начальник, он умный, я дурак, то есть... Правильное расположение сил, все нормально, вот эти возня, она всегда есть в голове. Кому что применить, страх или выгоду. Когда мы приходим в духовную жизнь, религиозность тоже может проявляться в этих двух моментах, страх, выгода. Зачем ты служишь Богу? Так люди и спрашивают из этих двух мотивов, что тебе это дало? От страха избавился, выгоду получил, что? Объясни. Мы как-то общались с Бхакти Вайбавой с вами, интересную вещь сказал. Говорит, вот в христианстве есть куча вот этих вот титулов. Там эти дьяки, поддьяки, наддьяки, передьяки, причем в католичестве то же самое, там много всяких вот. У нас только что первая, вторая. И то после второй, во время второй особых перемен не происходит. Имя не добавляют никакое, то есть никакой приставки нет. Ладно бы многоуважаемый добавили, предположим. Был ты Веданта Криддас, многоуважаемый Веданта Криддас теперь какой-нибудь. Или, например, вот только человек пришел в сознание Кришны, да, ему немногоуважаемый там Вася Прабу, ну, первый год. Через год немногоуважаемый Вася Прабу. И чувствуется рост человек, я расту. Ну, вот был вообще неуважаемый, сейчас немногоуважаемый. Потом... Просто уважаемый, ну как, нормально все. И... Как, это кто? Это уважаемый Вася Прабу. Да, ну видно, что человек растет, прогрессирует. Премного, вымного, умного. То есть у нас нет этого. Потому что Прабхупада не рассчитывал искон на страх и выгоду. Почему-то. Хотя иногда кажется, вот есть эта система Бхактиврикша, да, там вот есть этот момент, учли. Шатхаван, вот это, и везде дипломы, все, ты с дипломом, все нормально у тебя, вот. Можно медали тоже делать, нормально. Все у него будет висеть. То есть людям это интересно, это нравится. Какой-нибудь плюгавенький семинарчик какой-нибудь на полтора часа, они уже спрашивают, что диплом будет? Что я прошел, с печатью, знаете, как-то вот, чтобы... Выгода какая мне это? Надо менять полностью сознание. Нет выгоды в духовной жизни.
Итак, это два мотива религиозной жизни. Страх, выгода. Есть два мотива духовной жизни. Первый из них – это мотив благости, благодарности. Эти четыре мотива Бхактивинода Тхакура описывает. Благодарность. Смысл чувствуете, да? Отдавать нужно. Вот это начало духовной жизни, когда я пришел отдавать к Богу. Поэтому, когда меня спрашивают, что ты получаешь, ты теряешься? Да ничего, я отдаю. Слава тебе, Господи, мне хоть есть куда отдавать. Хочется отдавать же, хочется служить. Как в третьей главе Бхагавад-гиты описывается принцип ягьи, жертвы. Человек для жертвы предназначен. Если кто-то знает, у меня есть свой канал на YouTube. И вот следующее видео будет про аборты. Это философский взгляд на проблему абортов. Я сегодня немножко эту тему исследовал, причины абортов. То есть основная причина, 74%, наверное, женщин все-таки спрашивали, надеюсь, сказали, что причина, по которой они делают аборт, это то, что жизнь изменится, если ребенок родится. Я не смогу так дальше наслаждаться. Что интересно. Хотя, когда ты разговариваешь обычно с людьми, они обычно говорят, ну вот, а если изнасиловали, предположим, то ну вот что делать, ну придется аборт делать. То есть, а на самом деле, таких беременностей после изнасилования их всего 1%. То есть это не статистика вообще даже. Это настолько маленький процент, но люди это в первую очередь выдвигают, чтобы оправдать нежелание менять свою жизнь, нежелание жертвовать. Такой очень интересный момент. Мы приходим в религию, приходим к духовной жизни без желания отдавать. Страх, выгода. Что мне дадут? Какого гуру круче? Какой сейчас гуру крутой? Надо его выбрать. Правильно? Махагуру. У нас раньше в 90-е был такой термин «махагуру». И в России было несколько махагуру. Сейчас они тоже появляются, я вижу. Очень такие сияющие, лучезарные. То есть видно, что они наделены шакти. Вот это вот энергия Господа. Вообще просто сейчас на люди не так падки на санскрит, какой-нибудь другой термин выдумают. Но что-то типа махагуру тоже будет. Как Прабхупада этот анекдот рассказывал, когда священник пришел проповедовать в шахту. Там шахтеры сидят. Видели шахтеров в шахте? Их не видно там. Там глаза просто, ну и зубы. И пыль черная все вокруг. И фонарик такой. Чтобы видно было, куда идти. И вот он им рассказывает, ну самые падшие надо спасать. Он рассказывает, вот если не будете Богу служить, в ад пойдете. И один спросил шахтера, а что такое ад? Ну вот это под землей. Они рассказывают, они оглядываются, такие пожимают плечами, мол, ну живем же. Как-то. И тут проповедник понял свою оплошность, сказал, там нет газет. И тут они сказали, не, мы в храм будем ходить, да, как же без газет? Газет очень нужно. Он напугал их. К сожалению, если мы посмотрим, то даже очень часто проповедь, да, духовных организаций строится на этих двух мотивах. Страх и выгода. Мы или пугаем людей, если мы сами в невежестве, если мы сами напуганы, или стараемся зацепить выгодой. От кармы очистишься. Поэтому даже преданные кушают прасад, потому что от кармы очиститься надо, а не потому что это приятно Кришне. Мы кушаем прасад, чтобы было приятно. Ему нравится, когда его кушают. Это его отношение с нами. То есть, если ты ешь и наслаждаешься этим отношением, он радуется. Потому что, ну, преданный счастлив. У нас счастливые отношения. Здорово. То же самое касается, когда мы повторяем мантру, общаемся с преданными. Все это мы должны делать, чтобы Кришне достать наслаждение, удовлетворение. Итак, первый мотив духовной жизни – это благодарность. Откуда взять эту благодарность, вопрос? Почему ее нет? Есть еще что-то перед этим. Философское понимание. Это одна из трагедий сейчас наших. Мы не изучаем шастры. Мы их не изучаем.
Мы религиозные люди. Приедьте в Америку, в каждой гостинице, в каждом номере есть Библия. Всей Америке наплевать на эту Библию. Сколько лет существует Америка, она не живет по Библии. Бомбят эти страны во всему миру. То есть никогда американцы не следовали принципу, ударили по одной щеке, подставь другую. Они не ждут, они бомбу кидают атомную. Вот теперь попробуй. Ручек нет. Сначала надо бомбу кинуть, потом уже по христианским принципам жить. Но она везде есть, это религиозная жизнь. У нас есть Бхагавад-гита, есть Бхагаватам. Он стоит хрустящий такой. В очень хорошем состоянии. Можем через 10 лет свою Бхагавад-гиту прям дарить людям. Как новую. Помните, была старая Бхагавад-гита вот с этой обложкой с конями, да, вот? Она хрустит у некоторых людей. Все реально дарить можно. Вот это еще лет 30, знаете, подержать ее, и можно дорого продавать. Потому что это старое издание. Уже будет движение. Сейчас есть движение за эти изначальные книги Шрилы Прабхупады. Будет движение за изначальную Бхагавад-гиту с конями. И можно будет продавать ее. Люди все время какие-то движения выдумывают. Каждый год какое-то новое движение. Кто-то стукает в голову. Надо новое движение. Сейчас же соцсети есть. В соцсетях новое движение замутить. 2 секунды. И есть огромное количество людей, которые вот всегда за новое движение. То есть за любой кипиш, что называется. Поэтому раз в год я вижу в соцсетях какой-нибудь кипиш начинается. За что-нибудь. Против чего-нибудь или за что-нибудь. И флаги туда-сюда несколько недель носятся. Движение затухает. Ждут новых флагов. Опять движение. То есть такая прослойка людей, которые вот так у них религиозная жизнь их строится. Им кажется, что если мы с флагами носимся, то очень важно, ценное служение для общества делаем. Хотя по большому счету это такое болотце, оно там друг друга покритиковали, поругали, затухли. Опять что-то там, электричество туда подвели, опять затухли. Как-то так. Потенциал покоя, потенциал действия. Такая высшая нервная деятельность соцсетей. Можно писать по этому поводу какую-нибудь контрольную, да, диссертацию. Высшая нервная деятельность в социальных сетях. Как клетки живут потенциал. Покой действия, расширение. Согнулось, разогнулось, согнулось, разогнулось. Так живут. Итак, мы должны начинать свою духовную жизнь с того, что мы благодарны. Для этого очень важно философское правильное понимание. Потому что это чувство благодарности возникает из того, что мы видим, что нам-то уже все дали. Бог абсолютно все нам дал. Как-то это известный стих из Упанишад. Нитё нитянаш, четанам, четананам. Есть много живых, вечных живых существ. Из них одно вечное, которое удовлетворяет потребности всех остальных живых существ, незапамятных времен. Все желания живого существа удовлетворяются. Абсолютно все. Так же, как родители удовлетворяют все желания своего ребенка. Еда, пожалуйста, одежда, все, пожалуйста. У нас все есть. Воздух, солнце, ни за что не платим. Если нам Бог предъявит счет вдруг. Так-то нам счет предъявляют другие люди. Однажды в Шриле Прабхупаде в Майяпуре пришел один индус богатый. Прабхупада говорит, чем занимаетесь? Ну, я делаю стекло. А, воруете? Да нет, не ворую я. Ну как, все законно у меня. Но из чего стекло делается? Ну вот, кремень, да, что там, песок, как-то все это. А где кремень берете? Ну, карьера у нас. А что это? Ну, у Бога, да. Значит, воруете. Богу-то не даете ничего? Какой процент Богу отдаете? Воруете? Ну да, как-то хватило ему мозгов признать этот факт. Ну да, как-то ворую, да. А я считал, что я очень благочестивый, законный соблюдаю. Оказывается, вор. Просто Бог не предъявляет. Чтобы понять, какие есть у Бога требования, нужно Бхагавад-гиту открыть. Итак, изучая Священное Писание, мы начинаем понимать, что
что нам дали реально. Потому что, как правило, мы живем в мире нехватки чего-то. То есть мы всегда мыслим в категориях дефицита. Потому что мы завистливы. Вот у него есть, у меня нет, дефицит. Почему у него есть миллиард, а у меня нет? Дефицит сразу развивается у меня. Почему это? Это зависть. Нет зависти, но есть у него миллиард. Ну и ну, есть. Ну пусть не мучается. Может, с миллиардом мучиться надо, реально. Куда его девать? Что с ним делать? Куча людей, которые хотят у вас забрать, этот миллиард сразу появляется. Куча. Нет у вас миллиарда вообще. Вы никому не нужны, кроме настоящих друзей. С вами общаются не для миллиарда, а тут непонятно, из-за миллиарда он общается, или как много проблем. Есть даже такая поговорка, да, есть деньги, много проблем, нет денег, одна проблема. Нет денег. Все. Все очень просто в жизни становится. Об этом я и говорю. Страх и выгода. Из-за этого рождается сам подход к жизни. Зависть, жадность, желание эксплуатировать. И это мы приносим в духовную жизнь. Страх и выгода. Начинается религиозная жизнь, конфессиональная жизнь. Мы начинаем в конфессию себе тянуть людей. Потому что если нас много, мы правильные. Сталкивались, да, с этим? А у нас можно мясо есть. Но смешнее всего, когда говорят, а у нас можно водку пить. Я обычно отвечаю, если вам можно водку пить в вашей религии, то есть это означает, что вы пьете и не пьянеете, например, у вас цирроз печени не развивается. Как бы вам Бог разрешил. Ну, логично же. А так у всех, ну неважно, как ты там крестишься, все равно цирроз печени. Все равно, когда пьянеешь. На всех одинаково действуют. То есть, видите, законам физики и химики абсолютно все равно, можно вам или нельзя в вашей религии. Это религиозные традиции просто. Так выгодней. Выгодней сказать, что можно пить водку. Прабхупаде так говорили, если вы просто четвертый принцип уберете, столько ли будет последователей? Что он сказал? Нет, большое спасибо, мне это не интересно. Ему не нужны были последователи. Но хотел принести обществу благо. А как я принесу обществу благо, если я начну вносить изменения в законы Бога? Потому что следование закона Бога приносит благо. Итак, если у нас появляется благодарность по отношению к Богу, мы начинаем смотреть на материальный мир очень интересным образом. Если мы материалисты, мы смотрим на этот мир как на источник своего удовлетворения. Мы пытаемся его эксплуатировать. Мы можем быть материалистичными верующими, тогда пытаться эксплуатировать этот мир с помощью Бога. Молитвы, мантры какие-нибудь, янтры, тантры, что угодно. Какие-то методы духовные якобы, знаете, ведические методы. Сейчас ко всему ведические представляют. Сейчас все ведическое. Расстановки ведические, янтры ведические, все ведическое. Молитвы ведические, Деве Марии, ну, ведические обязательно, то есть... Такое заезженное слово, просто приставка хорошая, и сразу люди, некоторая часть вот этого вот рынка, да, около религиозных этих услуг, сразу оживляется, о, ведический, что-то новенькое, ведическое, ух ты. Когда Шрилу Прабхупаду спросили однажды, люди прочитали в Махабарате, что было это оружие необыкновенное, знаете, брахмастры, представьте, да, Бхагаватам, это история про то, как Ашватхама запустил брахмастру. Она повредила бы только одному человеку, который находился в утробе своей матери. Такое могущество и так ювелирно используется. Сейчас атомные бомбы так не умеют использовать. Поэтому вот их ее один раз бросили, больше не хотят, потому что непонятно, что с этим местом потом делать. Лет 100-200 с ним в нем жить нельзя, по большому счету. Из-за радиации, вот этого всего разрушения. А тут такая ювелирная работа. И вот Прабхупаду спросили, расскажите что-нибудь о ведических технологиях. Прабхупада сказал, есть только одна ведическая технология, гуру парампара. Принимай духовного учителя, и там в соответствии с твоей квалификацией ты получишь знания. Может, брахмастру дадут, если твоя квалификация такая. Может, не дадут. Вдруг у тебя квалификации нет, вдруг ты змея в сердце. Никто на тебя не наденет этот бриллиант на голову.
В ведах есть этот пример, что если на кобру одеть на голову бриллиант, то будет привлекать бриллиант, и люди будут забывать, что он на кобре. И она будет их жалить тогда. То есть в ведической культуре никогда не давали пост человеку, который не соответствует этому положению. То есть не было жадности и зависти, это не было главным принципом. Здесь мы это видим сейчас. Итак, благодарность убирает жадность, зависть, вожделение, желание эксплуатировать. Мы начинаем духовную практику – раздавать. Мы получаем что-то от Бога регулярно, изучая шастры, общаясь с преданными, саду, со святыми. И мы наполняемся этим, надо раздавать. Поэтому удивительное отношение, которое испытывает человек, занятый духовной практикой по отношению к материальному миру, таково. Он воспринимает материальный мир как свою кшетру, поле деятельности. Вот это я с этим очень редко сталкиваюсь. Как правило, мы обсуждаем материальный мир как место, из которого нужно поскорее убежать. Тьфу на него. Как я помню, однажды я еще, маленьким, не маленьким, лет мне, наверное, 10-12 было, к нам пришли свидетели Иеговы. Постучались в дверь, я помню, я открыл. Вот, мы Библию изучаем, все. Я говорю, нет, большое спасибо. Они начали давить на меня, как же, иначе в ад пойдете. И я когда на меня давят, я немножко нервничать начинаю. Как большинство, наверное, из нас. Я так резко ответил, нет, до свидания, всего хорошего. И они процитировали этот стих, что если вас где-то не принимают, отряхните прах с ваших стоп, и в общем в ад все пойдут они. И с чувством выполненного долга идите дальше. В таком, гордыня такая, мы тут принесли, а вы тут сволочь такая. Нет, это наша кшетра, это не место, из которого мы должны убежать. Ладно, если тебе лет 70-80, может быть, уже пора. Да, есть саньяса, ванапрастха, то есть веды описывают это. И то, что такое саньяса? Это когда человек начинает путешествовать активно, приносить благо миру. Шрила Прабхупада незадолго до смерти полетел в Лондон. Его на руках заносили в самолет, выносили на руках из самолета. Ему сказали, вы же можете умереть там. Это же здорово, я умру на поле боя, к кшетре своей. Читаем Чаритамриту, есть этот термин, Прабхудата Деша, место, которое дал тебе господин, духовный учитель. Это не то место, из которого нужно как можно быстрее убежать, из страха, или потому что это невыгодно. Материальный мир – это наше поле деятельности, наша кшетра. 13 глава Бхагавад-гиты очень подробно это описывает. Очень подробно описывается природа материальной реальности, в которой мы находимся, для того, чтобы правильным образом служить с помощью этой реальности. Если мы возьмем Шрилу Прабхупаду, то мы увидим, что он был ньюсмейкером всегда. Слова Шрилы Прабхупады писались в очень серьезных газетах, потому что он задевал темы, которые общество обсуждало. И он давал свой какой-то всегда парадоксальный взгляд. Например, наркотики. Эта беседа мне очень нравится, по внуке самосознания, где глава полиции, не помню, Мельбурна, по-моему, говорил Шриле Прабхупаде, надо же делать так, чтобы людям было приятно, чтобы им нравилось. На что Прабхупада говорил, нет, им нравится наркотики принимать. Что, вы наркотики будете раздавать? Героин будете раздавать? Нет, нужно очищать общество. Такие парадоксальные вещи. И люди это слушали, надо напечатать в газете. Правительство хочет раздавать наркотики. И люди читали, Таков был Шрила Прабхупада. Это известная история, когда он пришел на ток-шоу, где гостей все время унижали. И он унизил этого хозяина, этого шоу. Вот вы думаете, что вы говорите, что земля круглая. Где я не хожу, что она плоская. Я везде хожу, она плоская. Я пока не упал, не скатился. Как-то так он ему ответил. И тот просто замолчал, и Шрила Прабхупада начал давать свою философию. Задача Шрилы Прабхупады заключалась не в том, чтобы кого-то привлечь, а в том, чтобы дать духовное знание. Вот это очень интересный момент. Когда вы даете человеку философию, он становится свободным. Он может принимать правильные решения, потому что это правильно. Вам не нужно давить на него все время.
Вот так правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно. Это в ад пойдешь, да. Недавно мы решили из-за этого в ад. А 10 лет назад другой, нет, ну вот сейчас мы подумали и точно решили, что все. Это религиозная жизнь. Чем интересно послание Шрилы Прабхупады, вот этот дар Шрилы Прабхупады? Это то, что отмечают индологи материалистичные, которые изучают книги Шрилы Прабхупады. Он принес эту традицию. Иногда он не переводил Бхагаватам или Бхагавадгиту буквально, как правильно санскрита, но он всегда давал традицию вайшнавскую. Это уникальность книг Шрилы Прабхупады. Он не добавил ничего своего. То есть вы можете взять, например, комментарии на Бхагавадгиту Баладеви Видьябхушана и Шрилы Прабхупады. Это будет просто перепечатка практически. Ну и что-то Прабхупада добавит про современных ученых. Ну просто во времена Баладеви Видьябхушана, ну не было их. Как-то вот не было вот этой вот западной современной науки, которая антагонист к Богу, да, часто. Не было этого Прабхупады, у Баладеви Видьябхушана, поэтому Прабхупада это вставляет. А вот современные ученые, я проводил как-то вот этот анализ, очень интересно. Практически перевод комментария Баладеви Видьябхушана. Это главная заслуга Шрилы Прабхупады. Он передает философию, которая есть в нашей вайшнавской традиции. Ничего не меняя, ничего не добавляя. Там нет его эго. Там нет его страха и выгоды. То есть там есть любовь к Богу, которого раскрывает эта философия. И когда мы изучаем философию, вот это очень важный результат изучения философии заключается в том, что мы освобождаемся от влияния материи. Даже находясь в рамках материального мира, мы освобождаемся от его влияния. Потому что мы понимаем, что это инструмент в служении Богу. Просто начинаем его использовать правильным образом. Как Прабхупада привел пример, если вы идете по улице и видите кошелек, что сделает материалист? Возьмет. Что сделает имперсоналист? Нет, не мое, пройдет мимо. Что сделает преданный? Возьмет и найдет хозяина. Это материя. Если мы хотим отречься от материи, это имперсонализм. Страх. Но как только я вижу, как только мы понимаем, как использовать материю, выгода. Страх и выгода. Надо начать изучать Священное Писание очень глубоко, понимать философски эту жизнь. Не религиозно, не конфессионально. Вот и есть, я оделся как надо, обулся как надо, все, дело сделано. Можно как бы остановиться. Все. А еще я получил имя. Поэтому, может быть, стоит добавить многоуважаемый и так далее. Ну, было что к чему стремиться. Хотя бы в рамках религиозной жизни. Это вот тут саньяса только, и то далеко не всем, да, только здесь женщин. Больше, меньше, чем мужчин. Где-то столько же. Вам не светит саньяса. То есть вы получили вторую инициацию, вам даже шнура не дадут. Это я в раздевалке переодеваюсь, и видно. Ну да, видно, многоуважаемый пришел, да. И куда-нибудь такой город какой-нибудь приезжаешь, другой к тебе подходит, и шнур есть, есть. А, ну все, то есть многоуважаемый, значит, все. Как бы человек сразу становится понятно, куда тебя садить, чем кормить, как с тобой общаться. А вот женщинам не повезло. Ни в имени, ни в одежде ничего не изменится. То есть какую-то особую точку нужно дважды инициированным тут придумать. Что-то такое. Нет, Прабхупада этого не давал, он ждал, что мы будем духовно расти. Итак, это первый мотив духовной жизни – благодарность Богу. Мы видим все окружающее общество, как его детей, как семью Бога. Стараемся принести свой позитивный вклад в жизнь этой семьи. Сейчас в нашей семье огромные проблемы, аборты процветают, смотрите, разводы. Что мы делаем? Уходим из семьи. Да? Вот как это воспринимать? Тьфу на вас, дети Бога. Я к Богу пошел. Мне там всего лет 20-25. Ладно бы тебе 80 было. Иди в Гималайи, пожалуйста. Неизвестно, сколько там осталось. Хотя, видите, Шрила Прабхупада до конца готов был приносить благо. Это его видение было. Следующий мотив, самый высокий мотив духовной жизни – это любовь к Богу. Когда мы делаем то, что мы делаем, потому что мы любим того, для кого мы это делаем. Это практически невероятная вещь. Очень трудно себе это представить. Так вот честно. Что-то вот делать, потому что ему это
доставляет наслаждение. Поэтому люди спрашивают, а что ты получил от этого? Да ничего, не хочу, все есть. Мне до этого уже все дали. Самый высокий мотив. На этом уровне жизнь наполняется чудесами у человека, потому что начинается отношение с Богом. С Богом возможно только любовные отношения. С Богом невозможны отношения корыстные, отношения на уровне страха, на уровне выгоды невозможны. Но он не вступает в такие отношения. Не вступает. Ему неинтересно это. Вот не поймаешь его на корысть. Я тебе свечку, ты мне машину. Это его свечка. На его деньги купленная. Из его воска сделанная. Ты, негодяй, просто потратил рубль и хочешь Мерседес. Не будет он с тобой общаться. Не смотрит он на твои религиозные причиндалы, что называется. Вот что ты на себя повесил. Чем ты его хочешь, как сказать, ну, впечатлить в этом мире. Вот, смотри, я пришел. Так эта история была, когда богатый человек решил унизить Господа Джаганатху. Вот он материалистичный был в Пури. И он пришел туда и сказал пандам, этим пуджаре, я вам дам денег, сколько-то там, миллионов рупий. Они обрадовались, ну да, у нас как раз нужно стену поправить, да, забор там починить, крыша течет, ну и так далее, и так далее. Всегда в храме много планов. Но, сказал богач, ну он же издеваться хотел, вы должны потратить все эти деньги на одно подношение. На одно подношение. В Индии. Там банан стоит 1 рупию для белого человека. То есть потратить 1 000 000 рупий в Индии на одно подношение практически нереально. То есть это должно быть подношение размером с город, не знаю, что-то такое огромное. Панды напряглись, потому что они не хотели, чтобы Джаганатху унизили. Они преданные. Панда сказал, дай подумать до завтра. И он не спал, он читал мантру, не знал, что делать. Под утро он уже уснул, к нему пришел Джаганатха во сне и сказал... С этим дураком вот так и вот так. Панда проснулся сияющий. Богач пришел, и он ожидал, что сейчас эти панды будут. Нет, они сияли. Тут, вот, неужели нашли что-то? Да, нашли. Есть одно, даже не блюдо, а такое аюрведическое, такая биологически активная добавка. Я не помню санскритское название, но оно изготавливается из... жемчужины, которая добывается из головы слона. У одного слона на 1000 бывает жемчужина в голове. И она имеет необыкновенные целительные силы. Один слон как раз 1 000 000 рупий. И богач понял, что не хватит у него денег на это подношение. Это нужно сколько слонов сначала купить, чтобы жемчужину эту найти. Так он был унижен. Невозможно с Богом вступить в эти отношения корысти или страха. Он не вступает в них, ему это неинтересно, это не раса. Страх или ужас – это дополнительный вкус, не основной. Он может вступить в отношения с другом, с возлюбленным, с отцом, с матерью, с сыном, но ни в коем случае не с тем, кого он боится или кто его боится. Или от кого, или кому-то, с кем-то, кому от него нужна выгода. Не нужны ему эти отношения, неинтересны. Вот это отношения, основанные на любви, по большому счету, это единственный способ общаться с Богом. Потому что Бога интересуют только любовные отношения, никакие другие. Это ошибка, которую мы совершаем в религиозной жизни нашей. Не меняя вот это представление о Боге, думая, что с ним-то можно договориться. С ним можно договориться, но на уровне любви. Когда ты ему все отдаешь, потому что ты любишь его, и он тебе все дает, потому что он тебя любит. Вот это то, к чему мы должны прийти в нашей духовной практике. Ох, часы убрали. Сколько времени? 5? Может быть, пожалуйста, какие-то вопросы? Спасибо большое. Должен быть микрофон, да? Есть на бумажке вопрос.
Что способствует процветанию духовного движения и появлению уважения общества к нему? Спасибо. Да, хороший вопрос. Процветанию духовного общества способствует появление в нем духовных людей, саду, святых. Это богатство духовного общества. Если нет саду, общество нищее. Там могут быть красивые какие-то ритуалы и так далее, но если нет саду, это нищее общество, если мы говорим о духовном обществе, о духовном движении. Это главная заслуга Шрилы Прабхупады. Он создал саду из хиппи, из людей, которые меньше всего подходили на роль саду. Он создал саду. Это могущество Шрилы Прабхупады. Поэтому богатство и могущество духовного движения заключается в том, что оно создает саду духовных людей, людей, независимых от материи. Людей, которые настроены на ягью, на жертву своей жизни. Людей, которые настроены на служение. Это богатство. Как однажды один преданный задал Шриле Прабхупаде вопрос. В Бхагаватам описывается, что один из пиков Гималай сделан из чистого золота. Прабхупада сказал, да, так описывается. Преданный спросил, а вы знаете, какой? Прабхупада сказал, да, знаю. А можете дать адрес? Прабхупада сказал, нет, не буду. Но почему? Нам же нужны деньги. Прабхупада сказал, нет, такие нам не нужны. Нам нужно что-то более ценное, чем деньги. Нам нужны люди, которые бы становились преданными, которые бы становились золотом. Один святой, смотрите, может спасти весь мир. Один святой, Шрила Прабхупада был. Иисус Христос, пожалуйста. Один святой. Их нет уже. Они ушли. До сих пор спасают. До сих пор. Смотрите. Один святой. Это главное богатство духовного общества. И, в принципе, успех общества измеряется именно этим. Сколько святых в этом обществе. Независимо от того, в каком они укладе жизни и так далее, и так далее. Как они внешне выглядят. Это святые. И что-то там еще было. Ну, в принципе. Ну, по поводу уважения общества по отношению к движению, принцип очень простой. Человек, занятый духовной практикой, должен служить обществу, в котором находится. Потому что мы слуги по природе. Тогда этого человека будут уважать в обществе. Это интересный момент про наших госвами. К рупе госвами каждое утро выстраивалась очередь. Длинная. Приходил, например, какой-нибудь человек и говорил, вот, я прошу у жены 6 чапати, она готовит 4. Что делать? Сколько бы я вот ею не мучил, она готовит 4 чапати. Зови жену. Почему ты готовишь 4 чапати, а не 6? И он так прояснял семейную ситуацию этих людей. Все, 6 чапати. Давайте, будьте счастливы, повторяйте мантру, давайте. Поэтому называли дада его. Дядя уважительно, старший, вот дядечка, вот, к нему можно с проблемами приходить. Это саду. Не так, что пошли вон отсюда, мантру не повторяете, негодяи такие. Это ваши проблемы, вы дети Бога, надо как-то служить вам. Так рассматривали себя Шрила Прабхупада, его книги, его лекции, его путешествия, это служение обществу. Его мотивом не было просто стать успешным, миллионером, известным, популярным. Его мотивом было служение обществу. И он открыто говорит об этом на лекциях, открыто пишет это в книгах. Почему-то мы этого не замечаем часто. Прабхупада не был религиозным человеком, не набирал людей в конфессию. Он распространял духовные знания. Это известная история, когда они купили храм католический. И он сказал, ничего не меняйте, оставьте лавки, вот этот орган оставьте. Ну, пусть люди заходят в одежде, в обуви, как обычно, как они привыкли. Просто давайте им духовные знания. Преданные все сделали не так. Обувь снимать. То есть, хочешь получить духовное знание, стань хоть немножко индуистом сначала. Хотя бы разуйся. Хотя бы вот это. Стань немножко индуистом. Хочешь быть нашим, ты должен быть лысым. И что-то себе вот здесь вот сделать. Иначе ты какой-то не наш.
Ну, то что-то здесь не так с тобой. Нас будут уважать, если мы будем служить обществу, а не себе. Если мы поймем, что наша задача, мы предназначены для того, чтобы приносить обществу благо. Мы сейчас думаем иногда, что общество должно нам приносить благо. Это наша огромная проблема. Страх – выгода. Давайте перестанем быть религиозными людьми. Займемся духовной практикой. Служить людям, отдавать Бога. Получать и отдавать. Что за день сегодня такой? Как-то все. Пожалуйста, расскажите про трансцендентные способности, которые возникают совсем еще у начинающих свой путь к Кришне. Хорошо это или плохо? В православии это не приветствуется. Наверное, имеются мистические способности. Это не приветствуется, если вы не знаете, как с помощью этих вещей служить Богу. То есть эти способности нужно оговаривать с наставником, с гуру, с духовным учителем. Может быть, их можно использовать в служении Богу. То есть здесь нужно проявлять аккуратность некоторую. Потому что ситхи – это то, что позволяет нам манипулировать материей. Поэтому иногда в некоторых духовных традициях к этим ситхам относятся с осторожностью. Потому что они реально дают возможность манипулировать. В духовной жизни мы не должны манипулировать. Даже для проповеди и так далее. То есть мы не используем эти методы, методики, мы не манипулируем. Это вот идея, что для достижения цели все средства хороши, это не духовная идея. Это религиозная идея. Нет, не все средства хороши. Есть вещи, которые мы не можем использовать. В Бхагавадгите есть такой стих. Что бы ты ни делал, да, что бы ты ни ел, что бы ты ни отдавал, через какие бы аскезы ни приходил, делай это как подношение мне. Яд хороший, ядаштанси, яджухоши, дадаси, яд. Вот яд хороший означает, что бы ты ни делал. Балдевидья Бушна комментирует именно это слово, да, яд хороший, говорит, что святые могут делать все, что угодно для Бога. Абсолютно. Даже с точки зрения общественной морали не очень правильные вещи. Из любви к Богу. Но обычный человек не должен этого делать. Для него яд хороший означает, какую бы добродетельную деятельность ты ни совершал, совершай ее в служении Богу. Поэтому если вы понимаете, как эти ситхи использовать в служении обществу, если вы находитесь под контролем духовного авторитета, не сами по себе, в принципе, что-то можно с этим сделать. Не знаю, ответил, не ответил. Вот такой очень общий вопрос. Да, что-то еще может быть. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы говорили сейчас в лекции о мотивах духовной жизни. Вот первая благодарность отдавать, да? Любовь к Богу. Вот не могли бы еще перечислить что-то, если нет? Хватит. Да. Но вот выгода, страх, благодарность и любовь. Просто первые два – это, по большому счету, не духовная жизнь. Это религиозная жизнь. Мирская религиозность. Там был вопрос, да, еще? Да, вот туда, пожалуйста. Хари Кришна, я не знаю, насколько я смогу сформулировать правильно свой вопрос, но вот в православной традиции для очищения сердца, для какого-то прогресса духовного рекомендуется частое причащение. И считается, что без этого обряда как бы нет шансов. То есть если ты сам будешь молиться дома и там верить в Бога и любить Его, шансов нет все равно. Если ты на причастие в воскресенье не пришел, все, можно забыть об этом. И вот мне интересно, так как я с православной традиции пришла, как вот вайшнавской традиции я вам больше скажу. Очищение. Если бы вы не пришли в церковь, предположим, в конце 19 века в воскресенье, вас могли бы посадить в тюрьму. Это было уголовно наказуемое преступление. Это такая есть очень интересная история. Когда религия проникает в государство, она начинает использовать государственный вот этот ресурс. У родителей забирали детей. Так Сибирь населяли. Поэтому в Сибири не любят православие. Не любят.
Вот, вот я в Сибири часто бываю, там это как-то вот не очень. Особенно если там вот восток Сибири, знаете, юг Сибири, Тува, там вот Хакасия. Там у них до сих пор свои яги, свои бубны, причем неважно, русские, не русские. Что там вот это вот сидит, ссыльность. Нас сослали из-за этого. Поэтому здесь нужно быть аккуратным, иногда это просто ритуализм. Не пришел, то есть, ну как же ты, вот уже не в конфессии, что ли? То есть это вот здесь может быть вот крючок контроля, что называется. Я всегда за то, что в духовной жизни человек должен быть автономен. Автономия означает, он должен получать вдохновение изнутри. Есть учитель, скажем так, снаружи, да, в общении с ним вы должны получать это вдохновение изнутри. То есть он должен прояснять эти сомнения, вопросы, но не должен давить и говорить, что делать конкретно. Мой духовный учитель никогда мне этого не говорил. Ты должен вот так, и вот так, и вот так. Он просто давал мне духовное знание. И потом спрашивал, что ты будешь делать? Давай подумаем. То есть он воспринимал свою задачу, как просто вести меня, помогать, а иду я. Поэтому иногда вот есть этот момент, крючок контроля, что называется. Контрольный выстрел, вот этот, воскресная программа какая-нибудь, там, воскресная какой-нибудь. Пришел, не пришел, ты наш, не наш, еще. Безусловно, Бог от этого не зависит. Безусловно. С другой стороны, если, предположим, храм предоставляет возможность, то, что называется саду-санга, да, общение со святыми, почему бы не прийти? То есть будет лекция, будет проповедь, да, вот это вдохновляет, это то, о чем я говорил, вот философское какое-то понимание, почему бы не прийти? Но если это просто так завуалированная, ну, как-то манипуляция, то что-то здесь не так. Так нельзя действовать. Это манипуляция. Там же придается значение самим святым дарам, что они несут там Святой Дух, и они очищают вот как бы сердце. Как вот к этому относиться? Ну, я проще отношусь, я дома могу предложить просад. Не вот в этом плане мне вайшнавская традиция, вот, она дает какую-то автономность. Ну, это целый сейчас экскурс, может быть, в историю какую-то, потому что не всегда это было, то есть... Это не так уж давно появилось, что если у человека при храме, и он священник, то только он может это делать. Не всегда это было, далеко не всегда. То есть в советские времена в университетах был этот хороший курс «История религии». Что интересно, мне один человек рассказал, что был очень хороший. То есть его преподавали не как вот критику, а как взгляд со стороны на религию. Вот очень интересный был. И вот эта идея, что священник не обязан быть идеальным, святым, просто может быть священником, она не сразу появилась. Я знаю в католичестве, насколько я помню это. То есть неважно что он, поэтому там, видите, педофилы появились и так далее, и никуда их не дели. Так, пальчиком погрозили и все. Но люди должны приходить, иначе ничего не работает. Как духовная практика может не работать, если ты не придешь раз в неделю в какое-то конкретное место, я не понимаю. Мне трудно это понять. Я воспринимаю это как инструмент манипуляции определенной. Это как раз страх. А не придешь, в ад пойдешь. Так нельзя. Вот у нас тоже воскресная программа, смотрите. И я на самом деле, я подозреваю, что кого-то так стимулируют. Серьезно. Кого-то стимулируют выгодой. Не придешь, инициацию не получишь, если не будешь ходить. Я уверен, что это есть везде практически. Но тем не это неправильно. То есть мы должны уметь вдохновлять людей, а не заставлять или эксплуатировать, или еще что-то. Это означает, что мы должны менять свою, как бы, ну, свое сознание, по крайней мере, в благости находиться. Если вы сами получаете это благо духовной жизни, вам не нужно никого убалтывать, пугать, цеплять, заставлять или еще что-то, подкупать как-нибудь. Нет, вы просто говорите, да вот так, так и так. И люди вдохновляют, как Шрила Прабхупада с этим четвертым принципом. Мы же не убежали. Да он же все время о нем говорил. Секс только в браке, только для детей. Все. И кто-то даже не следует этому до конца, может быть. Но это есть, эта звезда, она светит у него в голове. Да я хочу. Потому что это чистота Шрила Прабхупады. Он не напугал этим. Он не снижал стандарты. Вот это должно быть. Духовная сила должна быть у лидера. Тогда он вдохновлять сможет. Приходи в воскресенье. Да. Не потому что. Не то что, а вот приходи. Да, я хочу вдохновиться. Все, побежал. Эй.
А так, если взять нашу традицию, то тот же просад вы можете дома предложить сами, все можете сделать сами. То есть она автономна. То есть вы в своем духовном развитии, вайшнавская традиция, не зависите от внешних обстоятельств никак. Так создано все. Она абсолютно автономна. Но есть автономность, есть независимость. Это когда вы можете пойти, и вы понимаете, что это поможет вам развиваться, но не вы хотите избавляться от страха и сидите дома. А у меня все свое. Как бы еще, чтобы ко мне ходили только. Как про евреев есть такой анекдот, да, что если еврей попадет на необитаемый остров, он 3 синагоги построит. Одна, в которую хожу, другая, в которую не хожу, и третья, в которую никогда не пойду гореть им в аду. Примерно так. Вот мы не должны быть такими вот как-то. А вот все, я начал так, я хочу к себе, чтобы люди приходили, может, мне пожертвования будут оставлять или еще что-то. Это может быть в какой-то степени вот в этой традиции, да, вот важность, ну, прихода, да, на воскресенье именно поэтому сделано, чтобы люди независимыми не становились. Но если мы не даем философию, люди не станут автономными. Они будут зависимыми тогда. Нет хуже зависимых последователей. Они никогда не станут лидерами. Поэтому если вот этот момент есть, если лидер сам, духовная организация, не вкладывает автономность в своих последователей, то когда он уходит, организация разваливается, теряет, ну, духовный этот импульс. Она перестает производить святых. Да, то, о чем я говорил. Главное, плод организации духовной – это святые все-таки. Не то, что у нее много денег или еще, то святые из нее выходят. И чем больше, тем лучше. Ну, как школа. Если в школе одни двоечники, школу закроют. Директора уволят как-то. Ну, как, что за школа такая? Так и здесь. Не знаю, ответил, не ответил. Спасибо. Если как-то, ну, обидел, простите, пожалуйста. Окей. Что-то еще может быть? Там что-то вот есть, нет? У меня было еще. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, ну просто хочется, чтобы успели. Не, больше рук нет. Нет? Пожалуйста. Ну, в общем, есть такой вопрос про правильные пожертвования. Вот иногда хочется пожертвовать людям каким-то, там в метро просят, на улице где-то. Но я слышала, что не во всех случаях пожертвования, они бывают полезными для людей. Как в этом вопросе разобраться? Когда стоит жертвовать, когда нет? Первый момент, есть две вещи. Есть милостыня и пожертвование. Это разные вещи. Милостыня дается сверху вниз. Это как раз те самые 10 рублей или 100. Это милостыня. Пожертвование всегда дается снизу вверх. То есть это учителю, святому, там, браману, наставнику и так далее. Это уже не 100 рублей. Это толстый конверт. Сейчас вы видите, да, что культуры пожертвований нет в обществе. Есть культура милостыни. Люди милостыню раздают всем. Учителям, они ко всем относятся, как к тем, кто внизу. Я езжу, читаю лекции. Если написано, что пожертвования, все, там одни, там червончики будут только. Люди пожертвования дают. Нет культуры пожертвований как-то. Есть культура милостыни, потому что я сверху, да, это я понимаю. Вниз я туда дам. Это просто такое вот вводное, да, несколько. Если вы даете милостыню, тут смотрите, куда эта милостыня пойдет. Если человек на нее опять нажрется, на эту милостыню, да, то это не милостыня. Вы оплатили грех, оплатили греховную деятельность. Милостыню нужно давать. Бхагавад-гита говорит, что от этого не нужно отказываться. Пожертвование важнее. Пожертвование – это когда вы понимаете, что у меня есть какие-то деньги, я хочу не просто их дать, чтобы приятно себя чувствовать. Вот я какой добрый, щедрый. Я хочу так эти деньги вложить, чтобы они принесли благо как можно большему количеству живых существ. Поэтому Прабхупада снова и снова пишет, что лучший способ дать пожертвование – это на распространение духовного знания. Потому что это самое ценное, что человек может получить. Если вы так нашли такого человека, который распространяет духовное знание, жертвуйте. Серьезно жертвуйте. Можете какую-то просто часть даже жертвовать. Это пожертвование. Смотрите, если вы можете дать одному нищему почувствовать себя хорошо, человек выпил, тоже почувствовал себя хорошо, как бы все, всем хорошо, все нормально, это не пожертвование.
Это просто хорошо. Все чувствуют себя хорошо. Но вы дали пожертвование, человек распространяет духовное знание, ничего не стало. Он получил духовное знание. Лучше? Нужно быть практичным очень в этом плане. То есть вопрос пожертвования – это очень практичный вопрос. Воспринимайте их как инвестиции, не как трату. Вот милостыня – это трата. Пожертвование – это инвестиции. Инвестиции в благо общества. Вот этим нужно заниматься. Вот это важнее, чем милостыня. Это очень важно. И там суммы должны быть хорошими. Это служение ваше. Ваш долг как члена общества. То есть есть какие-то проекты, какой-то человек, который помогает обществу, который реально развивает его. Вот помогайте. Этот проект будет лучше развиваться. Есть люди, браманы. Это люди, которые просто всегда думают о благе общества. Они сами не очень богаты, может быть, потому что они об этом не очень много думают. Но у них много проектов, направленных на благо общества. Но все эти проекты требуют определенных денег. Деньги – это кровь проекта. Если нет крови, то тело не живое. Также деньги должны быть, чтобы проект существовал. Найдите этот проект, который приносит благо всему обществу. Не только вас делает, вам дает приятное ощущение. Вот я какая денежку дала им. Нет, найдите проект, который принесет как можно больше благо обществу. Как Прабхупада, да, говорит, вот они, им будет приятно, если вы им героин раздадите. Но это же не благотворительность, это же не пожертвование, это убийство. Ответил? Да, просто вот, допустим, всякие есть сейчас много довольно благотворительных организаций, когда дети какие-то больные, там для них собирают. Вот вроде и обманщиков же много. Вот. Много, да. Хочется быть вовлеченным. У них должны быть документы. Все очень просто. У них должны быть документы. Все, это зарегистрировано, официальная вещь, все. В Чите был как-то скандал. Я как раз был в Чите, и там скандал был. Там вот эти девочки, которые с фотографиями детей, с шариками, в каждом городе не есть. И скандал был в том, что эта фотография мальчика больного, это просто была фотография из Яндекса. Ее потом нашли, просто мальчик. Просто фотография мальчика. Ее распечатали, деньги собирали на фотографию. Для этого много нужно спрашивать, особенно если вы хорошие деньги даете. Мой принцип такой, смотрите. Я не даю пожертвований никому. Я вкладываю в проекты. У меня есть проекты. То есть мне сказали, ты браман, занимайся проектами. Я вкладываю свои проекты всегда. Мне приходят деньги, я туда вкладываю. Я стараюсь, чтобы эти проекты принесли как можно больше блага людям. Я ни на что другое не отвлекаюсь. Я всем не смогу раздать деньги. Всем детям не смогу раздать деньги и так далее. Но как можно большему количеству я вот так смогу помочь. Понимаете, этот принцип очень важный. Если вы точно уверены, что вот это пожертвование, давайте хорошие пожертвования. Реально может быть 10% доходов, 20%, например. Вот это долг человека. Если вы точно уверены, что это принесет благо, общество будет развиваться очень хорошо. Потому что эти проекты реально требуют денег. А на детях много спекулируют, факт. Но понять просто, там должны быть все документы. И вам нужно предоставлять всю отчетность. Это правило работы благотворительной организации. Тут все просто. Спасибо. Угу. И вот последний. Сегодня как-то у нас это... анонимок много, да? Зачем покупать бумажные книги, если все можно прочитать в интернете? Читайте в интернете без проблем. Хрустеть не будет. Хотя, я думаю, скоро сделают такое вот. Ну, только книжку скачал, и она хрустит еще. Метро достал. Но он книжку скачал, новая. Читай. Кому-то на самом деле больше нравится держать в руке вот именно бумагу, да? Кому-то нет, это не так важно. Важно, чтобы вы ее изучали. Я на планшете читаю. Мне там удобно заметки делать, подчеркивать, все. И потом к этому можно вернуться, там закладки какие-то. Пожалуйста. То есть сам вопрос не совсем верный. Я не говорю о том, что нужно именно бумажные книги читать. Да, в интернете есть. Но тогда, может быть, просто пожертвуйте издательству, чтобы новые книги выпускались, переводились, выпускались. Окей. А пару объявлений я сделаю, можно? Да. По вторникам Ачтатма Прабху попросил меня давать семейную тему.
Поэтому по вторникам, вот каждый вторник, мы будем говорить о грехастхашами, о семейной, духовной семейной жизни, изучая какие-то письма Шрилы Прабхупады, его комментарии по этому поводу. В 6:30 будет киртан, гаурарати, в 7 часов лекция вечера, не утра, по вторникам, пожалуйста. По четвергам, кто ходил, я продолжаю сейчас, вот поскольку мы приехали из Индии, я продолжаю этот курс, как же он, Господи, Боже мой, называется-то? Источник творческой силы, да? Секреты первого Творца по 9 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам. Это на Достоевской. Я точно адрес не помню, но точно адрес можете узнать где-то у меня в группе ВКонтакте. Или нет. По вторникам здесь в Гауре. По вторникам здесь в Гауре. Четверг на Достоевской. Тоже в 7 часов. Я буду рад вас видеть. Большое спасибо. Что-то еще нужно сказать? Окей. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гаур Премананды.